Рад видеть вас на канале «Час ремонта». Сегодня на обзоре бензопила Steel MS210. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления. Будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Бензопила Steel MS210 отличается высокой надежностью, удобством в использовании и долговечностью службы. Она обладает высоким качеством сборки и хорошим ресурсом, который характерен для полупрофессиональных бензиновых пил. Она хорошо подходит для использования в домашнем хозяйстве, при обрезке деревьев и кустарников, при строительстве, рассчитана на валку деревьев до 30 см в диаметре. Фирменная система быстрого натяжения цепи превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звездочки и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется. В бензопиле специальный рычаг контролирует такие процессы, как холодный и горячий пуск, включение и выключение. Поэтому правая рука не задействована в манипуляциях и может оставаться на ручке. Быстродействующий тормоз пильной цепи «Квикстоп» предназначен для мгновенной остановки пильной цепи. Этот защитный механизм срабатывает при нажатии на защитный щиток и останавливает пильную цепь. Также специально разработанный тормоз «Квикстоп» рассчитан на срабатывание при сильной отдаче. Автоматическая смазка цепи «Мэтик» регулируется в зависимости от нагрузки. Экономит расход масла и снижает износ. Антивибрационная система повышает удобство работы, снижает тряску и защищает от синдрома белых пальцев. Бак для топлива открывается без использования ключа. Его не придется докупать дополнительно. Обрезиненные рукоятки обеспечивают удобный хват, не скользят в ладонях и снижают утомляемость рук. В комплекте, кроме самой бензопилы, вы получите пильную шину на 14 дюймов, цепи и документацию. Упаковка картон. Бензопила оснащена надежным двигателем 1,6 кВт и системой ErgoStart, что гарантирует быстрый запуск. С 4 перепускных каналов рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Компенсатор, регулирующий орган в карбюраторе, обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени, несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания. В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Демпфирующий элемент в ручке пускового устройства ElastoStart переменно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. И таким образом запуск происходит равномерно без толчков. Однорычажное управление. Устройство фронтального натяжения цепи. Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента. Предварительный подогрев карбюратора. Система смазки цепи и Matic, расход топлива снижен вдвое. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам негатив. Высокая стоимость обслуживания. Низкое качество расходников. Но есть и позитивные отзывы. Безотказная и неприхотливая, мощный движок и длинная шина, удобный хват, низкий уровень вибрации, умеренный расход топлива. Возможно, вы станете владельцем этой модели бензопилы. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!